На конкурс «Дети читают стихи», Карпеленко Роман, 16 лет, город Хабаровск, Юрий Левитанский, диалог у новогодней елки. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранее порою дома. Что же совсем этим будет? А будет январь. Будет январь? Вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. И чем же все это окончится? А будет апрель? Будет апрель? Вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же за всем этим следует? А следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, и поскольку вьюги не кружить, и долговечная ее кабала и опала, так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц сиреневый, шар со свечой внутри и карнавальные маски по кругу, вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.